Воскресенье 5 марта прошел предпоследний 16-й тур зимнего первенства района по футболу. Одолев упорное сопротивление футболистов из команды «Дружба» поселка Дмитриевский, со счетом 2-1 команда «Сосрука» досрочно завоевала первое место в первенстве. Борьбу за второе место ведут команды «Кашихабль» и «Нур», набравшие по 34 очка. Первая со счетом 4-1 переиграла команду «Интер». Команда «Нур» одержала победу в нелегком поединке с командой «Егерухай» 1 со счетом 5-3. «Влечебсин» уверенно обыграл «Юность» со счетом 5-2. Последний 17-й тур пройдет в воскресенье 12 марта. Ты! Ты! Ты!
Thank you.
Амин, амин. Нахуй дай. Yeah.